29 августа 2022 продолжаю уборку фундука у себя в саду. Работы много, фундук поспел. Еще немного времени, и он уже будет опадать, так как мы собираем своей семьей, не привлекая рабочий труд, то начали уборку чуть раньше. Вот. Сейчас я в саду один. До вечера я соберу пару мешков. Вот работа только началась, иду сверху вниз. Урожая достаточно много. Я думаю, что через пару-тройку лет придется брать уже уборочную технику. И я думаю, что мы не успеем это убирать. Либо нужно будет привлекать ручной труд. Но к качеству работы будут оставаться вопросы, я думаю, что так как сам убираешь, никто не уберет, я думаю, чистенько. Вот. Это самое приятное время для садовода от начала закладки сада. Вот. И вот такой результат, когда получаешь, неимоверное удовольствие получаешь. Ну, пока все, друзья. До следующих видеосюжетов.